Мотоциклист влетел во внедорожник. С места аварии его увезла скорая помощь. Водитель внедорожника Nissan Juke движется в направлении выезда из города. Со второй речки выезжает водитель мотоцикла Suzuki DRZ. Внезапно перед одним из придорожных кафе рулевая внедорожника начинает перестраиваться. Девушка ехала по центру, парень ехал по правой полосе. Она просто прямо перед носом у нее резко перестроилась. Хотела заехать в кафешку сюда, но он ничего не смог сделать, в нее влетел. На место аварии прибывает скорая помощь и с подозрением на переломы отвозит пострадавшего в больницу. Рулевая Nissan Juke ничего не поясняет. Она набрасывается на съемочную группу. Как так получилось у вас? Вы сбили человека? Не ломайся, пожалуйста. Немного остепенившись, девушка поясняет, что она известная в городе личность. У нас каждого многие знают. У нас полстраны знаменитости. Звездная леди не учла, что поворачивать именно в этом месте нельзя. Знак, запрещающий поворот, она по каким-то причинам не заметила. В это время на место ДТП начинают съезжаться друзья байкера. Постепенно их количество увеличивается. Вскоре из больницы возвращается и сам пострадавший, хромая на одну ногу. Он-то и помогает прояснить ситуацию. Со второй полосы без поворотника повернула прям в меня практически, и все. Я влетел, шел по первой полосе. Мужчине 30 лет. В июне 2015 года получил водительские права. В этой аварии он учитывает то, что не должен был поравняться с иномаркой. Думал, что раз мелкий транспорт, то проскочит. В результате ДТП мотоциклист получил растяжение и ушибы, а также разрыв связок в области голени. На место аварии прибывают сотрудники ДПС.